Ханга мечтает побывать везде. Красота. Ни с чем не сравнимое ощущение. В Израиле Елена Ханга хочет попробовать все. Мы еще полетаем. В Израиле Елене Ханге интересно всегда. В следующем году в Иерусалиме Алексей Осипов откроет для нее такие места, в которых и нам с вами просто необходимо побывать уже в следующие выходные. Столько всего интересного, даже не знаю, с чего начать. Начнем с самого начала. «Под небом голубым» на канале «Израиль плюс». Земля, текущая молодость.